А родители 12-летнего Максата Кунанбаева из Алматы просят о помощи. Уже 2 года мальчик борется с тяжелым онкологическим заболеванием. Ему необходимо дорогостоящее лечение в Турции. Но без нашей помощи семье не справится. У Максата острый лимфообластный лейкоз – это рак крови и костного мозга. Чтобы победить недуг, нужна пересадка костного мозга. Сделать операцию могут турецкие врачи, но процедура стоит немалых денег – 70 тысяч долларов. Семья Максата просит всех неравнодушных казахстанцев спасти ребенка. Без вас нам не осилить. Помогите, кто чем сможет. Пожалуйста. Уже сколько прошло? Сколько страдает мой мальчик. Просто это крик души.